Здравствуйте, меня зовут Евгений, компания «Алегрия». Нахожусь в Аликанте и сегодня не буду рассказывать вам ни про недвижимость, ни про ипотеки, ни про вид на жительство. Расскажу вам сегодня другую часть нашей компании, то есть то, чем мы еще занимаемся. Мне достаточно вопрос актуальный, особенно сегодня, это медицинское страхование. Вот, что мы делаем? То есть у нас есть специалист, который специально занимается всеми видами страховок, в частности, медицинским. Мы заключили партнерские соглашения с ведущими страховыми компаниями на территории Испании. То есть это такие как ДКУВ, Салюс, Дженерале, Мапфре, Адесла, Санитас, Асиса. То есть эти страховые компании работают и сотрудничают с нами. Соответственно, здесь мы можем выступать как посредник между клиентам и страховой компании, и для нашего потенциально нашего клиента выбрать и найти оптимальное решение по конкретной задаче, индивидуальной задаче каждого, потому что медицинское страхование — это все-таки очень индивидуальная штука, как и каждый человек, он индивидуальный, его здоровье тоже индивидуально. Вот, но все же, что важно и что объединяет нас сегодня, это номер один — коронавирус. Все страховые компании его покрывают, покрывают лечение. И второй, наверное, момент – это скорость обработки по другим каким-то вопросам, которые не связаны с коронавирусом. Так вот, если нету страховки, то тогда государственные все госпитали, они будут обслуживать намного, если они раньше не торопились это делать, то сегодня этот срок обслуживания, он увеличится. Поэтому здесь как раз выходит на первое место. Я думаю, что преимущество страховых компаний – это скорость обработки запроса нашего пациента, нашего клиента. Вот. Также в этом ролике хотел рассказать несколько моментов, которые, возможно, вам помогут, подскажут разобраться в самом продукте, что же это такое. Да? То есть есть несколько типов, видов. Вот я потихоньку там зачитываю, буду вам про это рассказывать. То есть первые страховки, они делятся на типы. Да? Их два, то есть медицинское обслуживание в клиниках по списку страховой компании. То есть очень важно. Да? То есть тогда, когда вы заключаете договор с конкретной страховой компанией, вам дают список медицинских учреждений, где вы можете получать медицинскую помощь. Это такой пункт, на который нужно обратить внимание, когда вы будете выбирать страховую компанию, устраивает вас или не устраивает, есть ли в наличии, есть ли рядом медицинские учреждения, которые смогут покрывать. Такая страховка называется Seguro de Salud de Asistencia Medica. Вот. И что здесь важно, в этом виде страховки вы получаете либо все бесплатно, либо с очень большой скидкой. Вот. Второй момент, второй пункт, который у нас есть, это медицинское обслуживание в любой клинике по вашему выбору. Здесь у нас нет ограничения по каким-то клиникам, и вы можете получить дополнительную медицинскую помощь в любой клинике, которую вы хотите. Но тогда есть взаиморасчеты, они немножечко другие. Вы вначале платите за страховку, а потом страховая компания вам компенсирует ваши расходы. Компенсация составит до 80%. Вот. Это такой первый, это типы. Второй момент, есть наличие доплаты страховой компании. То есть также любой страховой полис делится с доплатой или без доплаты. Без доплаты он, естественно, немножко дороже при входе, но потом, посещая врачей, вы ничего не доплачиваете. С доплатой он немножечко дешевле, но посещая врачей, обращаясь в медицинское учреждение, вы будете доплачивать какую-то небольшую сумму, но будете доплачивать, там от 2 до 20 евро зависит. Вот. Следующий момент, очень важный при заключении договора, это, который нужно учесть, это временной лимит. То есть называется это tempo de carencia. Что это значит? То есть на некоторые виды услуг, такие как беременность, например, или еще какие-нибудь дополнительные заболевания, устанавливается какой-то срок после заключения договора страховки, который не покрывается и вступает в силу через там, 3-6 или 9 месяцев на первый год. Это важно, чтобы вы не попали ни в просак. Да? То есть, если вы рассчитываете, что у вас есть какая-то болезнь, и вы сейчас заключите договор страхования и на следующий же день обратитесь в страховую компанию,
чтобы вылечиться, вам страховая компания нет. Скажет нет, вы не сможете получить никакую медицинскую помощь, потому что согласно вашего договора есть вот эта вот гарантия. Вот этот вот, получается, временной лимит. Так, что еще? И важно, конечно, это стоматологические услуги, то есть учитывая, что они дешевые никогда ни в какой стране были, то как раз в полис, такой полис входит стоматологические услуги, лечение, собственно говоря. Вот. Чем мы можем быть полезны как раз вот в этом? То есть иди себе в страховую компанию, выбирай страховую компанию. Что мы делаем? Мы выбираем, анализируем ваши документы, да, то есть ваши данные, которые запрашивают, заполняем за вас анкеты, которые необходимы для страховых компаний, для того, чтобы они посчитали тариф. Отправляем в страховую компанию этот запрос, получаем ответ стоимости на те или иные продукты и вместе с вами выбираем оптимальное решение. Что важно для нас? Для того, чтобы мы это могли сделать и заключить полис. Первое, это могут быть как резиденты, так и нерезиденты. Нерезиденты в том числе, у которых нет вида на жительство, мы можем заключить договор страхования на территории Испании. Нам для этого нужна копия загранпаспорта и номер иностранца, и или. Да, то есть может быть, а может не быть. Дальше, следующий, номер счета в Испании. То есть, в принципе, в большинстве своих случаев у вас должен быть номер счета в Испании. Но есть варианты, когда страховая компания просит полную оплату сразу за период, и тогда в данном случае вы просто делаете денежный перевод с вашего счета страны резиденции, то есть с России, с Украины, напрямую на страховую компанию. И тогда никаких проблем, данный страховой полис будет тоже действовать. Вот. Что еще очень важно? Страховой полис заключается на год. Это очевидно. Дальше. Стоимость страховки зависит от многих факторов. Например, от возраста, от патологии, от болезней, которые у вас были. То есть страховая компания может отказать в страховке. Естественно, те, кто помладше, те, кто поздоровее, у них этот тариф будет дешевле. В среднем стоимость страховки, такая полная, 100% покупка, полное покрытие, стартует от 40 евро. Вот. Следующее. Место постоянного проживания влияет. То есть стоимость полиса может отличаться в зависимости от региона, где вы живете, даже на территории Испании. Количество застрахованных лиц. То есть если вы страхуете семьей, то, соответственно, там будут какие-то определенные дисконты. Порядок оплаты. То есть, естественно, что если вы оплачиваете сразу на весь год вперед, то будет применен какой-то дисконт, и если вы оплачиваете помесячно, то этого дисконта не будет. Вот. Период ограничений тоже влияет. То есть, если вы не хотите никаких ограничений, то, соответственно, страховой полис будет намного выше. Если эти ограничения будут там чуть дольше, то страховой полис будет дешевле. Ну и, соответственно, страховое покрытие, это уже индивидуально каждый продукт нужно смотреть. Вот. Соответственно, что я вам хочу пожелать? Не болейте. Вот. И если будете болеть, то быстро выздоравливайте, поправляйтесь. Ищите варианты дополнительных каких-то защит себя. Ну, я думаю, что медицинская страховка 40 евро, 50 евро в месяц, то есть это мы говорим про 350, 500, 600 евро в год, вот, это достаточно небольшая плата для того, чтобы вы могли с уверенностью получить какое-то гарантированное лечение на территории Испании. А мы, в свою очередь, поможем вам подобрать того надежного партнера и ту страховую компанию, которая обеспечит необходимый для вас и вашей семьи сервис. Обращайтесь в компанию Allegria, будем вас ждать. Пишите комментарии, в общем, лайкайте, делитесь информацией, мы вам поможем. Всего доброго.